Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области, который находится в Реутове, открыл свои двери для управленческих команд системы среднего профессионального образования и работодателей региона. Ежегодный съезд – возможность обменяться опытом и получить ответы на все вопросы. Открыл мероприятие заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Ключевой является взаимодействие с работодателями. И Московская область входит в топ-лидеров по трудоустройству Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что студенты, которых мы выпускаем, они востребованы. Они могут работать качественно на оборудовании, которое дальше им предоставляется работодатель. А колледж является той средой, которая фактически позволяет нашим студентам развиваться в разных направлениях. Мы даем им эти возможности. Есть даже понятие такой мультикомпетенции, когда наши студенты во время обучения получают несколько профессиональных направлений и ищут применение дальше своих навыков уже в работе, в том числе и в быту. Виталий Давыдов, директор Шатурского энергетического техникума, приезжает на слет каждый год. Для него эта площадка – хорошая возможность пообщаться с коллегами, обменяться планами и поделиться опытом. Безусловно, мы отсюда уносим что-то новое с собой, потом, приезжая к себе в коллективы, мы собираемся нашими командами и делимся теми знаниями, умениями, навыками, которые здесь приобрели. Ключевой темой слета в этом году стал вопрос о персональном и корпоративном имидже. Участники обсудили, что поможет привлечь большее количество студентов, значение профориентации, роль информационных технологий в образовании и тему кадрового обеспечения. Все коллеги делятся на 6 секций, на 6 треков, в которых у каждого своя тема. Они будут обсуждать, и у каждого разные вопросы будут обсуждать, у каждого будет задание, и потом каждая секция, представитель каждой секции будет представлять свою тему для того, чтобы ознакомить и с другими коллегами. Это стратегическое развитие, это планирование, это те или иные проблемные вопросы, как их можно решать и как их решают уже другие коллеги. Представители компаний, которые могут обеспечить работу выпускников, также посетили слет. Среди них авиационная корпорация «Рубин» и научно-исследовательская производственная организация «НИТИ» имени Снегирева. Также на мероприятии прошло важное подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и Министерством образования Московской области. Приятно, что именно в Реутове проходит мероприятие, которое сегодня мы с вами поучаствовали. Понятно, в преддверии начала учебного года, понятно, под новые задачи, кадровые задачи, подготовки кадров для тех предприятий, которые сегодня остро нуждаются. Соглашение, которое сейчас мы подписали, собственно, на этом и направлено, на этом и зиждется. На взаимодействии конкретных предприятий области Московской. Слет собрал более 120 человек почти со всех округов Московской области. Представители Реутова, Коломны, Егорьевска, Дмитриева, Клина и других поделились опытом, попытались найти решение сложных вопросов и познакомились с возможными работодателями.